Я родилась 3 марта 1925-го. Сколько мне лет? Считайте сами. Мы прошли через многие лишения за войну. Лежали в окопах, питались тем, что найдем, пережили депортацию. Сейчас, слава богу, все спокойно и благодатно. Лишь бы не было войны, остальное не так важно. Я по сей день не сижу на месте, выполняю работу по дому, тружусь в саду, хожу по гостям, если зовут. Пусть я уже и состарилась, но жизнь кипит. Я встаю очень рано, молюсь, а затем уже осматриваюсь по сторонам и занимаюсь тем, что требует моего внимания. Мы с детства в труде. По поручениям матери занималась всей домашней работой, бегала за водой. Тогда жизнь была совсем иной, нежели сейчас. Сейчас молодежь стала слишком ленивой. Им подавай все готовое. Даже моя бабушка прожила 120 лет. Мое мнение – секрет в национальной кухне. Наш айран, сыр и физической нагрузки на организм. Не будьте ленивыми, работайте, не обманывайте, не воруйте. Живите своим трудом, и пусть ваши родители будут довольны вами.